В Золотую книгу Твери вписали имена выдающихся людей города Августа Жизневского и Марка Ильина. На торжественной церемонии побывал наш корреспондент Наталья Чекет. С инициативой внесения имен в Золотую книгу выступила Ассоциация землячеств. Местом проведения церемонии стал Императорский дворец, и выбран он не случайно, ведь два выдающихся деятеля Твери большую часть жизни посвятили истории Верхневолжья. В этом году отмечаются памятные даты со дня рождения Марка Ильина и Августа Жизневского. Сегодня мы еще двух людей, которые для города сделали очень много. Это люди, которые, профессия которых была связана с архивным делом и с музейным искусством. То есть достойные люди, которые внесли свой вклад именно вот в развитие, в узнаваемость нашего города. Марк Александрович на протяжении 50 лет возглавлял Тверской областной архивный отдел. Он опубликовал более 100 научных работ, статей, очерков и брошюр, посвященных исследованию Тверского края в период татаро-монгольского нашествия, Отечественной войны 1812 года, установления советской власти. Неоднократно публиковались работы Марка Ильина, посвященные путешествию тверского купца Афанасия Никитина в Индию и его путевым запискам хождения за три моря. Я вижу в зале многих людей, которые Марка Александровича Ильина знали лично и общались с ним. Я в том числе счастлив тем, что несколько раз удалось поговорить с этим интересным человеком. Август Жизневский – государственный служащий, общественный деятель, краевед, археолог. Август Казимирович – один из основателей Тверского музея. Деятель также являлся председателем Тверской ученой архивной комиссии. Под руководством Жизневского собрано свыше 7 тысяч рукописей, около 9 тысяч предметов, в том числе коллекция тверских монет. При нем произведены археологические раскопки славянских курганов в губернии и впервые отреставрированы памятники архитектуры 14-17 века. Золотая книга Твери ведется с 2011 года. Первыми в нее были внесены имена святого благоверного князя Михаила Тверского и княгини Анны Каженской. По замыслу создателя, Золотая книга – это дань уважения прославленным уроженцам края, на дела и поступки которых нужно равняться молодому поколению.